Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Assured us and has assured us that she feels safe and secure. She spent the night at an airport hotel in a safe and secure environment. The IOC and Tokyo 2020 will continue their conversations with her and the Japanese authorities to determine the next step in the upcoming days. Комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывести.